Внезапный резкий поворот, предупреждения не было намека. А расширились глаза, скривило рот, спокойствие осталось так далеко. Сегодня без головок президентов, навалом без числа хоть пруд пруди. И сдует поворот одним моментом, а останется предсказанный один. Избранник от евреев, сын блудницы, от данного туманного колена, провозгласит Иерусалим своей столицей, единой неделимой до вселенной. Сыны экуменизма, демократии, мировых религий – отщепенцы. Всех подровняют на одной кровати, все революции отправлены на пенсию. 3,5 года для рывка, для тех, кто поворот не проморгали. Клейменный лоб и правая рука, в политике нет места для морали. Обман льстеца чудовищный, тотальный, сверхпланетарный и неотразим. День первый, день последний, все детально, размещено под спички и бензин. Неоцененная свобода этих дней, как хочешь верь, пиши стихи и прозу, и в спорах истину рождая или в вине, теперь на все смертельная угроза. Моя трибуна молниями струны, слова от ревности и веры по Писанию. Еще до поворота, накануне, нам свериться с вселенскими часами. Там, за масонскими кулисами возня, там человек греха под именем иной. Он сын погибели, рожденный для огня. Источник зол всем бедам стал виной. 26 июня 2002 года.